Всем привет, с вами Android Мир, и сегодня мы разберемся, как же отсканировать QR-код на вашем Android-смартфоне. Первым делом стоит зайти в камеру и проверить, существует ли здесь такая возможность. Можете прокрутить настройки внизу, если их не окажется, то вполне возможно, что, как у меня, это будет что-то типа умной линзы, которой можно включить сканер кодов таким образом. Такая настройка обычно работает на сторонних оболочках, а не на чистом Android. На Honor, Huawei, Xiaomi, Redmi, возможно, Realme, Oppo. Ну а что же делать обычным людям, у которых нет такой функции, или просто старая прошивка? Для этого мы скачаем простое приложение с Play Market. Открываем Play Market и пишем в поиске QR-сканер. Здесь мы можем скачать любое приложение на наш вкус, я советую выбирать то, которое весит меньше. Скорее всего, там меньше ненужных функций. Например, вот это приложение весит всего 1,9 мегабайта. Устанавливаем. Открываем. Запускаем приложение, оно сразу же пытается у нас просканировать какой-нибудь код. Давайте проверим. Hello. Можно сразу же поискать в интернете. В настройках приложения есть различные QR-коды, которые можно включить. И тем не менее, за пару кликов мы научились сканировать QR-код. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал. А пока. Всем пока.